всех на канале. Меня зовут Андрей Лоскович. Занимаемся мы отделкой. В данный момент это у нас новостройка. Пригласили нас на укладку плитки. Вот. С какими проблемами сразу же столкнулись? До нас работали другие мастера. Вот. То бишь сантехнику разводили не наши сантехники, а какие-то другие. К чему это приводит, когда работают разные бригады на объекте? К тому, что получается у нас несогласованность, грубо говоря, действия. Вот, и потом приходится переделать. Какие проблемы у нас здесь? То бишь, вот видим, полотенчик у нас висит, вот, перепаян, перенесен на стенку. Здесь у нас будет стоять ванна. Ванна у нас 1,70 м, стена у нас 2,14 м. Вот, соответственно, 44 сантиметра заказчик хочет, чтобы сделали ниши, то бишь, соберется конструкция из гипсокартона, сделается ниша, которая в последующем будет облицована у нас плиткой. Поскольку ниша у нас будет выходить за стену, к чему это приведет? Что американочка наша, она зашьется. Вот. И в дальнейшем, если нужно будет, допустим, если она протечет, американочка, вот, то не будет возможности выкрутить ее из стены. А это не есть хорошо. Вот. Поэтому, что мы сейчас будем делать? Мы обрежем полотенчик и удлиним трубу. Вот, для того, чтобы американочка у нас была в другой стене. Вот, соответственно, если вдруг что-то у нас произойдет, то тогда у нас будет возможность выкрутить ее свободно и заменить. О чем говорить? Что всегда нанимайте бригады, которые выполняют весь комплекс работ, для того, чтобы вот не было таких вот несогласованностей и переделок. Я уже не один раз с этим сталкивался, вот, что люди вначале нанимают, допустим, электриков, потом сантехников, потом плиточников, потом, допустим, те же потолки из гипсокартона либо натяжные, и не было такого, чтобы на каком-то этапе у людей не было проблем. Почему? Потому что несогласованность. То есть сантехники пришли, они распаяли, как бы им все равно, как бы, что там будет дальше. Знаете, люди, которые оказывают весь комплекс услуг, либо хотя бы работают сообща, пускай это будет отдельно сантехник, но он знает вот этого вот плиточника, вот и так далее, вот, чтобы они между собой все согласовали, и тогда у вас получится качественное. Вот, данное видео будет полезно для заказчиков. Вот потом, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!